Ребята, привет! Сегодня 23 мая, у меня сегодня день рождения. Но погода подкозлила немножко, так что я уфимика красивым своим зонтом. Снимаю этот ролик. Видите, какие небеса. Благодарю всех, кто поздравил меня сегодня с днем рождения. Он написал, позвонил, там, майкнул, он приехал и так далее. Я благодарю и желаю вам всего того же, что вы мне пожелали. Все записано? Нет. Ну? Нет. Он на печь. Я забыл заказать. Помочь. Желание загадал? Что? Гляди, ты хотела здесь запаркала. Гуливаем именинника. Все капризы за его счет. Дави голуби. Такой жирный. Это голубка. Иди покатайся. Он летел, но обещал вернуться. Не уверен, но мне кажется, что это первое мое день варенья на море. В смысле ты не уверен? А, потому что я не помню, но я уже там. А сколько тебе лет, что ты забываешь? Конечно, возраст. Ты пенсионного возраста, так что наши намеки, возможно, расходят. В тени сидишь, не видно тебя. В тени, вот сейчас, солнце.
Ты освещен. Ты под чем? Ребята, вы когда-нибудь такое видели? Кажется, это твой лучший день рождения. Это значит японский дом. Японский дом. По-английски такие. Ну, не совсем по-английски. А японско-английски. Такие красивые хаусы. Thank you.